Этим утром в Москве на Ваганьковском кладбище появились цветы у памятника Владу Листьеву. Их принесли коллеги, друзья, родственники. Человеку, который изменил все отечественное телевидение, сегодня исполнилось бы 65 лет. Его проекты «Взгляд», «Час пик», «Тема» стали, по сути, первыми в стране ток-шоу. А еще был «Звездный час» и развлекательные «Угадай мелодию» и «Поле чудес», которые по сей день собирают у экранов миллионы зрителей. Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома ровно за месяц до запуска Первого канала. Для всех коллег это стало личной трагедией, но дело, начатое Листьевым, сегодня живет и развивается. Журналист, стоявший у истоков нового телевидения. Человек, который знал, что и как показывать. Его жизнь оборвалась 1 марта 1995-го. Убийство так и не раскрыто. Сегодня на Ваганьковское кладбище люди несли цветы. Многие из тех, кто пришел к памятнику, не знали Листьева лично. Но для каждого он был хорошо знакомым человеком из телевизора, которого были рады видеть всегда. Добрый вечер, уважаемые господа, я рад приветствовать вас. Это было время, когда прежние товарищи, которым приветствовали зрители и дикторы центрального телевидения, казалось уже неуместным. Время поиска новых форм, не телевизионного вещания, а телевизионного общения, где со зрителем говорили и даже приглашали поработать вместе. Напоминаю номера наших телефонов 217. Впервые Владислав Листьев появился на телеэкране в 87 году в программе «Взгляд». И очень быстро выяснилось, что именно такое телевидение ждали миллионы зрителей, которые буквально жили от пятницы до пятницы. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Молодежную программу «Взгляд» ведут журналисты Дмитрий Захаров, Владислав Листьев. Ну и Александр Любимов. Они говорили о политике и с политиками так, как до них в Советском Союзе не решался никто. Не по заранее написанному, а от себя, привнося в эфир эмоции и личное. И эта простота в общении неизменно помогала Листьеву находить общий язык с собеседниками в студии и за ее пределами. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Надя. Надя, а кем вы работаете здесь? Загрузчицей. Влад был с ними дружбан. Вот, говорят, ШПШ, свой парень, понимаете? Вот, свой парень с одного двора, с ними разговаривал. Все. И на это люди клевали. Когда в 90-м программу «Взгляд» все же закрыли, мало кто верил, что успех можно будет повторить, тем более в роли ведущего развлекательной передачи. А он сумел. И снова по пятницам вся страна включала телевизор и теперь уже в надежде угадать слова в игре, в которой за правильные ответы давали такие недоступные в обычных магазинах холодильники, телевизоры и даже автомобили. И я честный человек, я дарю вам этот телевизор «Филипс». Программа стала на ноги, совершенно сумасшедшую популярность завоевала. Даже для меня это было очень удивительно. Вот. Но так получилось. Когда получилось, он взял и ушел. Передал программу другому ведущему, чтобы взяться за новый проект. Первое ток-шоу на отечественном телевидении. Программу «Тема». Уже после был час пик. Один на один в студии с собеседником. Формат, подсмотренный у Ларри Кинга, которого попытались скопировать вплоть до такой детали, как разноцветные подтяжки. Но получилось свое и неповторимое. Любой другой человек в этом формате был бы слабой пародией на оригинал. А Влад делал этот формат другим. С силой своего таланта, обаяния, ума. Благодаря Листьеву в эфир вышли и завоевали популярность такие программы, как «Звездный час», «Эль-клуб», «Серебряный шар», «Угадай мелодию». Я иногда думаю, зачем я делаю следующий шаг? И так загружен до предела. Просто в 8 утра начинается рабочий день и заканчивается он где-то около 12 ночи. Каждый день, выходных нет. Зачем? Не знаю, меня вот как несет дальше. Я не знаю, хватит у меня сил или не хватит. Этот вопрос так и остался без ответа. Как невозможно ответить и на вопрос, что бы еще сумел сделать Владислав Листьев, если бы и сегодня был с нами. Ведь даже всего 8 отпущенных ему судьбой телевизионных лет хватило, чтобы создать то, что спустя совсем еще немного времени стали называть основой. Близкий для каждого человек из телевизора. Именно человек. В этом кроется его отношение к зрителю. Сложно представить, что мы живем без него уже четверть века. Целое поколение выросло. Как в свое время росли мы в ожидании его на экране. Всего 8 лет на телевидении. Кажется, очень мало. Но сколько он сделал, с какой энергией, чувством внутренней свободы. «Взгляд», «Поле чудес», «Тема», «Час пик». На пике карьеры его не стало. А вот как все начиналось. Долго думали, как назвать нашу передачу, и были разные. Слишком долго думали. Да, долго думали.
Были самые разнообразные варианты, например... Пусть нас рассуют зрители. Значит, да. Это самый первый выпуск «Взгляда», когда у него еще не было имени. Но для советских телезрителей программа была как удар молнии. Перебивающие друг друга спорящие ведущие, бешеный ритм, современная музыка. Никто не думал, что телевидение может говорить другим языком. По пути из аэропорта товарищ Горбачев остановился в одном из рабочих районов города. Теперь вернемся с Марса на Землю, пожалуйста. Да. Посмотрите, сюжет очень любопытный. Казалось, они сами с Марса. Молодые, умные, дерзкие, обращающиеся к каждому зрителю, как будто он сидит напротив. Было понятно, что самый смешливый из них был Влад. И потом эта легкость, собственно говоря, и стала, как мне кажется, вообще главной... Но если хотите, профессиональной чертой. Каждый пятничный вечер сотни миллионов включали телевизор, потому что по первой программе «Взгляд». Они обсуждали проблемы, о которых в СССР говорили только в дружеском кругу на кухнях. Их называли мушкетерами перестройки, бетлами советского телевидения. Хотя телевизионного опыта у них тогда почти не было. Это было изумительнейшее время, хоть мы и там... По несколько суток ночевали просто и проводили, но это был такой кайф, просто такой был пульс жизни. Все они искали себя. В «Листьеве» все быстро заметили способность вставать на одну волну с любым собеседником. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Надя. Надя, а кем вы работаете здесь? Загрузчицей. Свой парень, понимаете? Свой парень с одного-два раза с ними разговаривал. Все. И на это люди клевали. Правда, поначалу бесшабашность, за которую зрители любили «Листьева», даже раздражала начальство. Люди со стороны не знают, что телевидение – это такая жесткая очень фабрика, где все по часам, что здесь все необходимо. Много, тяжело, потно, грязно и вовремя работать. А он производил впечатление такого гусара начала XIX века, вряд ли который смог бы поддаться таким... мощным дисциплинарным воздействием. Когда советское партийное руководство все же закрыло «Взгляд», казалось, его успех невозможно повторить. И вот опять как гром среди ясного неба. Владислав Листьев! Листьев предстал в совершенно неожиданном образе шоумена. Придумал и запустил «Поле чудес». И снова по пятницам вечером пустели улицы по всей стране. Дело было даже не в том, чтобы угадать слово или в том, выиграют ли наконец машину. Это была какая-то магия, которая приковывала зрителей к экранам все его короткие 8 лет на телевидении. Предлагаю 100 рублей. Не согласен. 150? Нет. 300? Нет. 350? Нет. Мне надо подумать, подождите. Хорошо, я вам даю 1000. Многие тогда понимали, как отстало отечественное ТВ. И то, как выстрелил западный формат телевикторины, лишь убеждало Листьева, нужно идти дальше. Он находит для успешного и уже прибыльного «Поля чудес» другого ведущего, Леонида Якубовича, а сам идет на новый эксперимент – ток-шоу. И наша сегодняшняя тема посвящена многому... многому, да. У него очень была продюсерская чуйка. Он на самом деле открылся как телевизионщик именно в качестве руководителя и продюсера, а не в качестве ведущего или интервьюера. Едва тема встала на ноги, Листьев снова уходит ведущим в свой новый продюсерский проект «Час пик». У вас существует здесь в голове, в документах, которые, может быть, у вас хранятся, компромат на ныне действующих политиков? Сведения, которые могли бы скомпрометировать? Вы знаете, я знаю, что все время ищут на меня компромат, чтобы не пропустить Горбачева на том или ином этапе. Вы гениальный человек, Михаил Сергеевич. Да, я... Я вам задал вопрос, ответьте, есть или нет? В нем был особенный свет, который вот передавался через экран. В нем было лукавство. В разумных, конечно, пределах, да, а в нем была свобода и невероятная энергия. Наверное, часть его секрета была в том, что в кадре он никого из себя не строил, был таким, как в жизни. Это как жить рядом с отопительным прибором в холодную зиму. Когда начинаешь думать, а, собственно говоря, почему, да, вот и находишь такой странный ответ, а потому что ты такой же, как и остальные миллионы, которые смотрели, верили, слышали. Ты ничем не отличаешься. Просто этого тепла хватило на всех.
Его рейтинги и карьера стремительно летели вверх, но до самого конца в нем не было ни капли чванства по отношению к коллегам, героям и участникам программ. Я часто приходил в кабинет к Владу болтать с ним на разные темы и часто мешал ему даже готовиться к разным программам. Влад очень четко готовил. Во-первых, давайте честно скажу, Влад был отличный журналист, а во-вторых, он был очень хороший психолог. Интересовался людьми, что не часто среди телевизионных ведущих. Ему были просто интересны люди, и поэтому он довольно легко их видел. На телеэкраны один за другим выходят новые проекты, где в конечных титрах значилось проект Влада Листьева как знак качества. Он уже был настоящей телезвездой, когда ему предложили возглавить создающийся Первый канал. Поверьте, для нас Первый канал — это не просто единичка на телеэкране. Первый телевизионный канал для всех профессионалов останется первым. У него и его команды была куча идей, как сделать совершенно новое для России телевидение. Но все знали, для этого нужно отладить механизмы финансирования. Был объявлен временный мораторий на рекламу. Это был открытый вызов криминальным структурам, по сути, захватившим рекламный рынок в Останкине. Это было решение не его, это было решение, которое он озвучил, но это решение было логичное. К этому времени рекламу на канале продавали все. И никакой реальной экономики, никакого реального телевидения в этой ситуации гуляй-поле было создать невозможно. Это было, так сказать, решение единственное возможное. У него не было выхода. Многие коллеги Листьева говорят, в это время он заметно помрачнел, но сдаваться не собирался. Я задавал ему напрямую этот вопрос. Вопрос звучал просто. «Влад, ты не боишься?» На что он с улыбкой так ответил: «Слушай, Угол, мы с тобой любимцы нации. Кто нас тронет?» Огульно бояться того, что убьет, как-то страх прошел, был какое-то время на взгляде, потому что было много звонков, угроз, как-то притупилось это ощущение. 1 марта 1995 года, ровно за месяц до запуска Первого канала, Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома. Для его коллег это стало личной трагедией. Сразу сначала вообще это было просто. Мы хотели вообще закрыть все это, вообще разойтись. Так это было больно, тяжело, огромная жизнь, и никто не мог поверить, что вообще вот так вот это может произойти. У многих тогда опустились руки, но, как сказал Константин Эрнст, поначалу тоже собиравшийся уйти в кино, канал нужно было спасать хотя бы ради памяти Влада. За четверть века ни убийц, ни заказчиков так и не нашли. И найдут ли? Надежды мало. В этот трагический день, как и 25 лет назад, с портрета на здании телецентра Останкино на нас смотрит Владислав Листьев, человек, однажды перевернувший отечество.